Приветствую, друзья! Наконец-то чувствуется приход весны, и сегодня погода в Мариуполе замечательная. Вы просили меня показать, на каком этапе реконструкции находится городской пляж. Поэтому сегодня мы с вами прогуляемся вдоль пляжа, дойдем до судоремонтного завода, встретимся с Ваньком и Машей на спортплощадке, позанимаемся спортом, возможно, и окунемся. Мы с вами находимся сейчас около пирса. Здесь полностью перезалили бетонные конструкции, укрепили их, но стройка все еще в процессе. Сегодня очень тепло, поэтому люди повыходили гулять, несмотря на то, что будний день. Кто-то из подписчиков мне писал как-то, что железную дорогу вдоль городского пляжа нужно вообще демонтировать. Друзья, это очень важная инфраструктура, так как эти пути идут с ЖД вокзала, с той стороны, в сторону судоремонтного завода. Мы все прекрасно понимаем, что это очень важная инфраструктура, так как все грузы судов легко доставлять по железнодорожным путям. Поэтому демонтировать такое нельзя. Только восстанавливать, укреплять и так далее. Здесь стройка полным ходом. Новые кабины для туалетов. И это хорошо, так как вдоль пляжа здесь туалет был через дорогу. Либо народ ходил в море по-маленькому, а кто-то перебегал сюда через дорогу в эту посадку. Здесь уже частично выложили подиум, дорожку, установили туалеты, раздевалки. Появляется здесь и детская площадка. Да, будет здорово, конечно. А вот и Ванек с Махой подъехали. 10 минут и подойду. Пляж, конечно, преобразится в этом году. Еще новые кабины для туалета, раздевалки. Также здесь будут и душевые, наконец-то. Через 50 метров снова туалет, раздевалки и душевые. Да, друзья, вдоль всего пляжа ведется реконструкция. Народу сегодня на площадке немало. Здорово. Ты чё? Снимай, снимай, как она точит втихаря. Привет. Привет. Приятного аппетита. Спасибо. Потому что мне люблю жрать. Сегодня у нас по плану работа с кольцами. Я уже их повесил.
Какой план? А? Какой план? Что делаем? Как это видел, как тренер обычно говорит. Вот там, вот там, вот там, вот там, раз, 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 три подхода, покупался и домой. Ясно. Руки делаем сегодня. Отлично. Плечи, бицепс, трицепс. И просто перед бабками жопой покрутить. Как ощущение от резины? Слушай, ну так, тяжело идет как-то. Теперь две резинки пошли в ход. Чтобы тяжелее было, ноги вот больше разводи, еще больше. Там вот мне так. И так тяжело, поверь, и после вот, вчерашней тренировки. И вот сейчас самое оно, во, и спину подровняй. Во, красавчик. Сейчас почувствуешь плечи, дай Боже. Я уже чувствую хорошо. Боже, нам надо... В труселях тут, в красных, и у Иваныча. Он не работает, что ли? Работает. Это ты... Четкий кадр будет, кстати. Он что, не работает, что ли? Видел прикол в интернете? В шорцах где-то. Женщина стояла с фотоаппаратом, на себя объектив. И фотографировала, улыбалась такая счастливая. И кто-то ее со стороны снимал. Так что ты тоже будешь популярным таким. В локтях сильно гнешь руки. О. Да, плечи уже хорошие. Крепатура после вчерашней тренировки. Во. Это когда надо именно пройти, именно в кадр. Последний задержать четко. Вон Дедуган врывается на Барбарис. Тут не только дед врывается, тут еще и Тони Монтана с нами. Вот, видишь, это барсетка, кожаная куртка. Алые кроссы. Не, прикольный чувак. Да. Ему сейчас бы на центральный рынок вот так. Есть бабки или нема? Может пониже опустить? Это как раз сейчас и пресс задеть. Да, да. Не знаю, у меня получается. Я предлагаю пониже опустить, еще ниже. Да. Я тебя плохо слышу. Я понял. Опустили кольца пониже.
бляха-муха. Игорь не ожидал напруги. Очень хорошо. Так, кто там занимается ТРХами, можете скинуть курс упражнений на табату. Я уже все забыл. Я такой фишкой занимался еще целых года три назад, наверное. Вау. Это держи. Крутое упражнение. Супер. Теперь пошел бицепс в работу, включился. Тут спина тоже чуть-чуть задействует. Конечно. Ну нормально. Игорь впервые осваивает упражнение табаты. Да, такие именно я впервые делаю. Пойду Соню проверю. Хорошо. Обычно я только подтягивался на кольцах, выходы силы делал, затем уголочек, отжимался и не больше. Сейчас пробуем что-то новое с Ваньком. Народ отдыхает, дышит свежим, чистым воздухом морским. Бицуха работает сейчас зачетно. Уже позабивали себе мышцы. Как ощущение? Как ощущения тебе? Нормально, я не очень люблю как бы качаться. Но пока залы дорогие, компаний нет, ходить туда. Да мы же и не закачиваемся. Это все зарядка. Ну, просто для укрепления тела. Но мы растем. Да. Давайте 100%. Теперь посмотрим, как будет делать Игорь. Ты меня снимаешь или нет? Нормально по ширине? Тут габарит. Сейчас выбирай нагрузку сам себе, тут же две резинки. Ага. Но руки точно пошире. Я понял. Да, все. Ого. Ты руки уже свел, старайся хотя бы вот так. Все равно. Делаешь. Поворачиваю, да, кисть? Да. Ну, делай, это тоже бицепс нормальная. Начал Игорек спиной тянуть. Да, чуть-чуть уже. Я чувствую. Не видел, конечно, как я делаю со стороны. Но со стороны всегда видно. Руки забились уже. А, бляха-муха. О, а вот ваше как ощущение? Вы забиваетесь или просто очень гимнастика? Очень. Конечно. Еще одно упражнение. На что? Ну, на бицепс, как бы за штангой идти там слишком широкая. Угу. Сейчас будем делать как раз то же, что ты делал. Это разные мышцы. Да, развернутые кисти будут, да? Вот возьми себя за бицепс, возьми вот так руку и вот так. Да, да, я и понимаю, почувствуешь о чем ты говоришь. Разница работы бицепса.
Еще три подхода на бицепс, на кольцах. И видишь, я руки вот так не разрежу, я все время их вот так держу. Я понял. Понятно? Угу. О, вот сейчас ты в амплитуде делаешь. Это потому, что ты, когда делал вот так, ты выпрямлял руки, они у тебя отдыхали. Uh-huh. А когда ты повернул вот так, и они в амплитуде были, ты их, они у тебя были всегда в напряжении, и ты их держал. От этого болят так они. Ну, мы же уже и сделали, конечно. Подходов сколько уже на руки? Девятый был. Ну, если ты с плечами имеешь в виду? На бицепс. Три, потом три. Это уже 12-й подход был на бицепс. Нормально. Переходим на штангу. Здесь трицепс и грудь. Еще уже? Не-не-не, вот нормально было. Да, вот так. Здесь где-то сорокет. Не знаю, это вон надо спрашивать, знаю, сколько они. Сорокет есть, да? Плюс-минус 38. Ага, спасибо. А на бросе так ничего нету, да? Ну, мы обычно можем гирьки набрать. Есть две гирьки. Да, так что это штанга 40 килограмм. Балдеж, конечно, заниматься спортом на пляже, да? Да, но у меня, понял, поломанные лучевые кости сильно, вот видишь, со смещениями, и вот эти пальцы. Я когда сильно хватаю, от того, что я не ходил в больницу и не делал никогда, вон, видишь, какая она получается? Да, вижу. От лечения. Это очень проблематично для меня сейчас. Я, можно сказать, из-за этого последние разы уже даже когда там выступал, я руки бинтовал тремя бинтами. Это, в общем, где-то 9 метров на руку. Ого. Чтобы она сжатая была и фиксировалась. Хорошо. Хорошо работает мышца трицепс. У нас сегодня не зарядка, а качка. Да, сегодня точно закачка. Закачка. Нормально мне. Каждое упражнение. Плечи, бицепс, трицепс. И бицепс мы сделали 12 подходов. Плечи 15. Это больше идет не то, что как качка, это идет больше как физическое укрепление выносливости мышц. Угу. Потому что у нас отдых на 30 секунд максимум. Мы делаем друг за другом и все. Последний.
Ой, хорошо как, а. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Ванёк, представь, что ты зеленого лупишь, давай. Да лучше тех, которые в администрации квартиры не выдают и людей на зарплату кидают. Но здесь для боксера очень неудобно. Ты вворачиваешь, работаешь корпусом, и у тебя хуйня получается, извиняюсь за выражение. Вот так ему, куда? Где квартира, а? Где зарплата? Итак, друзья, хорошо потренировались с ребятами, с Ваньком. Маша побалдела с малышкой, походила, класс. Да, как Игорь говорит, всем счастья и любви. Да. Буду позитивным. Вот, правильно. Сегодня великолепная, чудесная погода, солнечная, уже весна пришла, это ощущается. Я даже окунулся. В общем, друзья, всем хорошего настроения, крепкого здоровья, мира и добра. Я аж устал уже улыбаться. Все, салам алейкум. Пока.